Но мне кажется, вы делаете ее счастливой. Так что аплодисменты только вам, пожалуйста. И когда мы к Саше приехали на «Народный артист», это был там второй-третий год, я не помню, и нам все говорили: «Долина, она такая опасная, злая, Долина, все говорили, Долина». Хотел уже быть человек такой, Фридлин фамилия, и он говорит: «Долина, Долина, злая». Нет, конечно же, не он, но люди там шептались. И я вышел, хорошо, что у меня были широкие штаны, и как бы не было видно, насколько я боялся Александра в тот день. И когда она посмотрела, когда она улыбнулась и сказала: «Знаете, Алексей, а Саша лучше», и в этот момент я вдруг понял, что правду говорили про Ларису Долину. Ну так вот, на самом деле, более доброго человека, она болеет за каждого из вас. Представляете? Поэтому вы все здоровы, и Александр еще здоровее, потому что Боженька дает ей здоровье. Поэтому цените, что такой мастер находится рядом с вами, и лет через 70, когда мы все будем старые, Лариса Александровна будет такой же, мы все будем гордиться этим. Я говорю, мы будем старые, а вы будете такой же, Лариса. Все, до свидания.